Ну, так вот прикольно, сами его продать или Ну, я нет. его продам, да. Я не раздет, ты вижу гербов на накидке. Ты еще не видел меня раздетым, блядь. Опа, блядь. О, все, я сорок. Да, я закинул стрелу в последнюю ячейку. Че, может, мне ладру? Ты вообще где ты там? Ту минуту прошел. Я вот так и знал, марсианские минуты. Ты Не здесь? вижу. Может, у меня? Пандаренки этот шлем так растянуто выглядит, ужас. Красоточка. Ты на гномах не видел шлема? На гномах там, блядь, на мизинец. Да На у этот, них на пальчик. Не, их шлем больше, чем они сами. Смотри, стоечка боевая. Блин, у тебя классно попал, на самом деле. У моего дворфа лучше стоит. Панда. Да ладно. Но я не могу за Лёхиной. А, вот сейчас... Серафим. Так, ну у тебя тут... Бля, вот нельзя на минуту отпускать. Нельзя видеть. О, кстати, послушал меня, отведение удара поставил. А ты можешь мангуста поставить еще? Не, на мангуста не надо. Зачем на 1.6 раза таким можно огромным брать? Да. Хотя она 250. Оно набирается. Его грех не поставить. Не, ну я смотрел много гайдов, там везде 1.6 говорят для набрать. Окей. Не 2.6. 1.6. Где Серафим? 2.6 же. 2.6. 2.6 для ПВП лучше. Че ты фу ПВП шмать? Ой, ПВП в этого в танка шмать. В смысле? Да пусть, ну пусть. Ну ладно. Я даже босса не буду бить. Не, в смысле, бей в начале, ты же можешь дать урон нормальный в начале, подстрелиния. Просто Саня, я чё не купил? 260 за ОД. Кого? Ну танковский. Поезд. Кого? Поезд, поезд. Шоу, но... В смысле? Там три сокета. У меня ОД не застанет. А куда ты их дел? На БС утратить. О, бежит, аллилуйя. Ставь руку. Плащ тоже мог все там взять. Что там? Рыбус, да? Держите. Ну, нас благодарите. Леха, свали. Обновишь рыбу-то? Чего, рыбу обновишь? Нет. А у него своя рыба. Ладно. Быстрее ешьте и поехали. Все же знают, что ты делал. Да. Бафы все есть? Нет, поясни. Кто? Леха, блядь! Ты дебил, что ли? Ну ладно, да. Да хрена ты правой кнопкой мыши на него наводишь? Леха, вот стойка это у тебя была? Была. Значит, навел. Прям в центре босса стойте, ребят, чтобы лишний раз бегать не пришлось. Сюда заспели, забери. Геру дайте сейчас. Бля. Чё, маленькая? Угу, на меня был. Ну ладно, ничего страшного, там 5, и потом разбежимся, даже если 5 соберётся, просто разбежаться не проблема. Больше не
Вы снимите с меня сразу эту хуйню. Ну ты соедини. Иду, иду. Чё там? На хпалу ноги неплохие нашли. Бля, вот эти на Энха охуенно. И на этот, по-моему, это хотел, да, тогда этот? Кто? Халява, он же правую руку хотел. Не, он топорики хотел. Он топорики хотел, да. Корабля и серебрада. Типа, серебрада он залутал все топорики. Вот тут кисть. Он знает. А, никто не зал... Ну ладно. Так сказал Нурик, я откажусь нажимать. Вы там нажали это? Нет, я про винтель. Никто не завязал. А-а-а. Ну, ладно, когда подумал, видно, что вообще никто не возьмет. Босс, блядь. Чё, тут у одного танка? Или у а кому пуха упала, кстати? Просто да. Интересно. Какая пушка? Ну, вот боишь? Да, вот одного у нас ДПС, да, 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 одного завязали. И профа тоже в одного. Профа в одного? Давай. Ну да, просто в чем куда кто зайдет? Куклу просто он сядет в ретрике и все. Окей. Да любой тебе. А потом тело. На 5 стаках мне что туда отвлекаешь? Там ничего не надо делать. На 5 стаках мы урона парили. Там по 200 парили, блядь. Окей, окей. Все тогда давайте сразу ДБМ. Проверку сделаем. Только теперь с хатспотами нормально. Да, давайте не пульсим заранее. Пять, четыре, три, два, один. Так там убивает. Он не в дискорд уже. А чё, одной мили ты закинься? Быстрее. Не так сложно с рулом играть. Чего эти циклы постоянно неудобно. Блин, 20 секунд. 28 даже. Метка, надо пожаться. Нажмите вентиль. Ну, неплохо так захилили, кстати. Неплохо, неплохо. Бля, тут он такой тикающий урон, конечно, по скиншам уже не... Но я говорю, каждый хил по-своему на каждом бойсе. Ну, вот и куклу, что похилил, нормально. С той стороны, ага. Кстати, да, кукла же. Да. Я фуку, да? Ну да. Вместе заходим, Серафим. А чё правую никто не открыл? Да вот я пошёл. Пошёл. Всё.
Тут репу просто неплохо прощаем. Ну что, до сих пор не фуларят? Ну, ты прям такое разговариваешь. Подождите. У нас не все побежали. Бейте только, да, пусть все добегут. Крикли на ап еще раз, Серафим. Ап закончился. Все отлично. Го. Давайте. Кого тут бедят, блин? Вон же Кей на полу уходит, видишь? Ой, нихуя. Ты их должен бить. Репа растет как на дрожжах. Да, это хорошо. А что тогда это? Репу, да. Репу. А что, по-моему, 700 репу где-то падает. Хотя нет, 300 с чем-то. 500, как бы хватит. Ну да, примерно где-то так. Та вообще ни на одного моба не надо, блин, только на Лёху. Да, да, кстати. Тап не работает, тут либо... Тап на Лёху? Тут, конечно, можем тыкнуть мышкой, но тут Лёха мешает с его фреймом. Ладно, пофиг. Чё я там двигал списал? Я спектр сорвал его. Там уже фаски заканчиваются 3 минуты, ребята, обновить сразу. У меня деньги. Надо, кстати, надо объяснить. Сань, поставь ГБ. А мы пока собрались, там все дела. А, я не могу, у меня вуду, из-за вуду я не могу поставить. Сейчас поставлю тебе ГБ. Расскажи, миликам, что тут делать. Смотрите, милики, когда... Все. Там тут поставят сам, когда этот слизь выходит, зеленую слизь милики сразу даже вместе ходить и пиздить ее. Все, ну тогда. Это во всех фазах, кроме третьей. На третьей фазе танк идет, милики перед лицом стоят, чтобы вы уже не попадались. То есть, Серафим, смотри, вышла зеленая слизь вот здесь. Ты ее бьешь и вот так ходишь до РДД зоны, если она доходит. Собираешься вместе на других мильках смотри. А если с другой стороны, где печенька выходит красная, ты должен от нее бежать, если она на тебя направлена. То есть она выходит, через какое-то время она покажет на кого, и тот человек должен убегать. А остальные бьют эту сферу. Да без разницы, как ты убегаешь. От красной просто убегать надо, и чтобы она тебя не догнала. Там куда ты залезешь в этот? Ну да. Чемку. Окей. Пусть это двигался огурцы по... Да, примерно вот здесь, знаете, пока до лужи, потом посмотрим. Надо рейндж держать от звезды. Сразу всплываю чунку ходки кинь, чтобы еще энергия была на первый плевок, самый важный. Можно ему сейчас выпить, покидать омоложение и потом уже пулять. Она будет работать на чунку так? Кидаю тогда. Можно будет рыбу есть, типа, можно хилить, но босс будет стоять, не используется. Вот, дотки навесил. Есть банка на апдейте? На куклу надо одеть, нажать на стол, и тогда хотать куклу. А. Окей. Он, ну, возьми. Нет, банка на ап. Да, банка на ап. Есть у кого? На ап? Да, у меня закончено, СПД остались только. У меня, по-моему, нету. Одно. Все, тогда он сейчас превратится сразу от поты и начнет бить. Блять, иди выпей. Сейчас, минуту. Все. Так, все, нажимаю. Чем в куклу заход. Все, нажал. Все, появится. Только отдельно стой. Заход. Все, заход. Не цвет и вот это не надо, только омоложение и будем работать. Заход. Все, начали? Да не, еще сейчас, подожди, потикай, пускай. Окей. Ну он там уже 8, нормально. Где-то 20 будет, и будет, можно начинать. Он с одной лужи уже до 40 допьет. О, еще 8. Еще разок тикнет. Давай еще восстановление. И на 20 начнем, да? Так,
Керус куда-то хит еще 24. Все, 32 там уже был. У меня на пол закончился. Что, давайте, блядь, мы ли отчет или так? Давайте под отчет. Кстати, мне вести под зеленого, а то 2 милика только. Ну да, веди все равно. 5, 4. Ну смотри, как тебе удобно, милик не улыбался, 4 будет. Ну, ребята, что за топ ДПС, смотрите. Кукла. Кукла с агрилопрофа, блядь. Чего, боё? Чисто ДПС антенчик. Бля, нахуй ретрика собрал, иди купли, блядь, ебаш свои. Злома на куклах можно пойти. Ебать, это что за ДПС? Перевели, бля? Бля, там это вышло. Сразу свечите все. Плюнул, плюнул, блядь. Зеленый вышел. Все соединитесь. Вань, лучше отойди отбегайте. От него. Милики, отбегайте к нам в РДД зоне. Ходите. Все. Милики, бейте уже, милики, бейте уже. Все, отлично. Смотрите за колбами. Колбы кидают. Колбы побежали. Смотрите, сейчас перемешек в РДД полетит. Отойдите лево-право. Перемешек. По лужу. Перемешек летит в левую сторону, смотрите. Успеем до эксперимента? Уходите, милики. Уходите, милики. Милики, смотрите. Отбегайте, и РДД тоже отбегайте. Смотрите, за кем красный пойдет. Блин, красный. Красным прибили. На меня. Отлично, я пока ищу еще. Просто бегаю. Убейся. Отлично. Все, убили. Все, все, отлично, отлично. Еще раз нахуй. Пиздец, там что-нибудь башит. Идите в звезду, милики. Милики в звезду. Смотрите. Сразу бейте эксперимент. Ну, там еще 10%, да, надо? Угу. Вязка это. РДД зона, смотрите, печи этот тип. Все, все бейте быстрее. Сближайтесь, РДД. РДД, сближайтесь. Ты не плюнул в нее. Я плюнул, в смысле? Ну, все, окей, все. Зря бокану. Быстрее. Отлично. Вообще перевели 3%, а потом милики перевели сон. Иди побей лучше, побей, пойми, там 2% бей. Все. Ты не успел. Вы там, пока Кера... мы стоим, пока стоим в стане, вы там, вот когда вы возле звезды разбегались в сторону лужи милики, это был вайп, типа, ну, вы либо у РДД должны стоять, а так вы по одному разбегаетесь, вас слизень выберет и убьет 25. Да. Гера, Гера, давай. Быстрее забьем. Стойте перед лицом, подальше будет колба, сразу убегать будем. Я говорю, милики, перед лицом, за спиной. Лёха, кто там? Почему перед Ваня, лицом? Ваня, Ваня. Я сказал, на третьей фазе перед лицом стоите у босса и водите просто. Значит, не танк водит, вы за ним. Он там уже вызвал. Ну, в центре его баня. Да само уже. Могу отвлекать еще один из дач. Пельмень летит. Все. Не, ну босс ни о чем. Ну, конечно. С таким-то ДПСом. Тут проходной, если что, 30 тысяч ДПС от рейда на ребре. А у нас сколько получилось? А у нас 61. А в заломане 55, да? Там проходной, по-моему. Ну это прям вообще не на сундук, по-моему, а чисто на дисмонт. Тем более там берсу же у этот апнули. Точнее, урезали. Ну чем меньше ДПС, тем сложнее убить боссов там. Нет, понятно. Тот же Малакрас, он усиливает эти стрелы, когда кастует. И Зулджин вообще, у него хороший ДПС надо. На Зулджина? Ну да.
Нетлас, да? Там самое главное еще сетап рейда, чтобы были все бафы, чтобы прям сильный рейд. А Серафим, у тебя же есть прото? Хоть чтоб он подержал? Ну, Лану я бы хотел подумать. Нету. Не надо, Сань, лучше ты. Так там ему просто стоять, надо разделять урон. Не, нету, все равно. А у Агромара есть там? Нет. Агромар! Понял, кто ты, блядь? Агромар. Лёх. Дети сын Орды, блядь. Перепишите его так. Ну реально, Агромар даже случился, да? Сейчас смотри, завтра поменяет Никси. Диспайл, а. Это не диспайлится штука. Бля. А чё ты не зафилял этого мраченого союзника? Я забыл. Вот этого великана убивайте сначала, рослого. Бля, ну 10 минут это много. Че 10 минут? Слушай, ну я не уверен насчет Ланы, там тяжеловато будет. Ну ладно, потанчу. А этот, а Лана там обязательно босс для Лича? Это все нужны же, да? Ну конечно. Ну да. Только проф не обязательно, как я слышал. Все обязательно. Все квартальные, а то не откроется портал в центре. Понял. Керус, давай, тактика. Сам знаешь, корм. Ага. Да, следующий. Следующий. Mm-hmm. А там не обязательно того сейчас тактика. No. Другого тактика тоже сюда. Да это идеальный угол ищешь, что ли? Ага. Я хочу, чтобы не загреть. У меня сейчас нету на мастере ничего. Да ладно, нормально, ДПС проходной, просто делай, что говорят. А ДПС еще проверено. Делись, не гони за ДПС, все успеет. Да, я его вообще не гоню за ДПС. Он. Ну да, конечно, топ-1. А кто тебе посоветовал тебя Арамсом сделать? А он дерево отдал. Да. Он сам главный не Арамс, блядь, зато надо выиграть человека Арамса сделать. Сам фурики бегает. Это специально, конкуренцию выбирает. Конкурента убрал. Не-не-не, как лучше хотел. Но Арамс полы цель больше дамажа, чем фурик того. Ты за него даже не играл. Что пиздишь, нормально фурик дамажа всего цель. Но Арамс больше будет давать. Не будет он больше давать. Будет. Если фурик заряжу, наверное, будет больше. Да, фурик все равно. В трэш, да. Меня очень интересует. Не, подождите, меня интересует, почему бывший паладин советует, как играть на варе, блядь. Так у меня тоже варе. А бывший вар не это. Даже ничего не скажет насчет этого. Что за херня, а? Александр, блядь. Слежу за цирком. Понятно. Кот теперь паладин. Так я и говорю, ну у него же опыт на варе есть. Нет. Урон от чуки зависит от гира, походу, наверное. Да, да, наверное. Это как, наверное, как эти машины в Ульдуаре. Чем больше гир, тем больше дамага. Да. Ну, типа, у меня с бурста было 20к, а потом упал. Потому что да, дохуя он. Я помню, в прошлый раз у него поменьше был. Ну и я так не вливался в босса с самого начала. А там можно и пить лужу одновременно, и дамажить. Блять, ну вот это им сэрдру то, что на весь уход такая энергия. Это не ебай, а механика какие должны работать. Эй, ой бы.
Нормально разговариваем. Че тут с танка, да? Ну да. Да, Сань, не смотрел? Новую серию ЧБД вообще вышли? Опа! Нет, у них перерывчик. Вот это... А год, о, блядь? Не знаю. У них перерывчик, я... Норик отошел. Норик. А, во, все, да. Пришел. Забирай. Вон, да, уж там. Неплохие на шамана. Кто-то еще ЧБД смотрит? А че, нет? А ты что-то против ЧБД имеешь? Что было дальше? Что было дальше? Ты точно как казах? Тоже. Где Сабуров ведет? Да я не смотрю такое. Я вообще ничего не смотрю. Все, я готов. Он телевизор смотрит. Сейчас, погодьте. Новости. Кто вообще телевизор смотрит сейчас? Уже как 3 года. Блин, когда тебе стукнет 60, ты начнешь смотреть телевизор. Я давно уже... Чё, 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 60, что ли? Давно уже. Как я-то не смотрю телевизор, вот именно. Тебе его даже нету, да? Не, есть, вон в углу стоит. Я его никак выкинуть не могу. Зачем все, давай, телек нужен? Сейчас есть типа компьютеры и телефоны. Раньше нужен был для новостей. Спалить. Тут сферы через этих бесов или менталей будете придерживать. Ну я не думал, желательно делать тоже. Сразу, а, Гера нет, бля. 3 минуты. Гера. Друг от друга отбежали. Ага. Сверки ему надо подбить уже. Подбили ему. Где еще сверху не вижу? Там вон в центре. Да, я пока сверки подбью. Телесеты не бить. Сразу был. Дурак, блядь. Блядь, вы здесь сорвете окрон, у вас шок. Не трогайте его, вы там еще и сверки сейчас поубиваете. Вон темное ядро было, видите? Бля. Я прям над нами, не могу нормально камеру поднять. Да не, вон там бесы шмаляют, поэтому. Нормально, и... нормально, стоит высоко. И киртало это. Сейчас смена цели 8 секунд. Не, надо было тоже во фроста прыгнуть. Там Саню пробивает. Надо. Его пробивают, потому что у него не все сверки рядом. Там сейчас прям над Саню упали. Блядь. Поднимем, поднимем сейчас. У меня сверх, я все сферы потерял. Серафим, к танку. Сферы не бейте, сферы не бейте, да. Черные не бейте, да. Он летающий ломается. Над нами прям падает здесь. Ну, Саня, заход-то. Мало ли, прилетит. Если он прилетит, он уже умрет. Может выжить. У меня перерождение уже слетело. Да? Да. Просто черный вон ловил, я тебе поднесу сейчас у тебя. Вот, на, забирай. Надо мной прям падает. Две надо мной. Я вижу. Блин. Блять, я не могу им ничего сделать. На, нахуй. Друг от друга. Вот. На. Блях. Как они видят? Как они видят? Давайте, кто там его нарастается, по-моему. Забери сверки от меня, забери. Это где от меня? Просто я не могу, делать. А не у меня заберем. Это сразу все понял. Дозаливайте, у меня вообще нет сверки. Друг от друга. Надо мной, две рядом со мной падают, сейчас одна упадет. Сука. Еще одно упало. Да слакай. Перерождение словил. Поражался. Занимайся, давай. Вы можете держать сферу, пожалуйста? А где третий? Упал уже. Ага. Ну, скролл получается.
Вон там темный подведите. Там ну, он сам пусть будет. Падает около милика. Смена. Давайте добьем уже. Там жаркое падает. Мастер какой-то огня бы. А, он зажжённый. А, у меня огонь. Падает, падает около меня одна. Еще возле нас падает. Поднимаю, которая возле там. Я поднимаю, которая возле нас. Так, жаркое на меня падает. У меня так и все стоит полгода. Ой, с ним понятно. Там кто телесек остался или Волонар? Не, не телесек. Волонар. Да, а да. Все, упал. Что там интересного? А, ты это... Не могу прокликать. Лёха. Группол-то, видишь, не стоит. И он втыкает там как будто... Лёха! Ну, блядь. Грудак. Меч нужен на ФДК? Меч, да. Это твой, тебе нужен меч? Не. Кому он там? Никому не нужен. Не, смог возьму. Ну прикольно, блин. Он же уродский. Да похер. Какой он теперь со сумму? Нормально. Нет. Мечик. А вот это? Это не надо. Ну, надо тебе? Ну давай, так, давай, ты... давай, давай. Ну роль? Давай. То ишь ты, давай, давай. Никому же не надо. Роли. Он киртл забрал. Ну я уже отдал, поздно. Не, киртл надо, я отдал. Не надо. Ну, тоже, кстати, а надо, нет? Крик на ах нужен. Ни хрена, Макс пошел. Какой Макс? Скрапер, который... Скрапер. Ну... Бывает. Да, скрапер, который... Два месяца не успел, сколько? Он зашел, блядь. Хрена себе. Ну, он же в Украине живет. Он зашел. Знаешь, это выжил. Уже хорошо. Ну, там это... Переезды всякие. Не хотел до такого кому. Оставим группу. Так группу стоит? А. Нет. Все, поставим. Умирай. Полный стоит. Ему. На, ну. Минус 2. Как оно так? Стоп, полетел. Разделение урона. Вот это не получилось. Лестница, куда убежать? Рез, на рез. На секон, на рез. Чё, кровь могущества возьмешь? Ой, ты там мужика? Рыбу я. На мне раздели. Я вас не пойму. В Сурфе надо 3 выстрела подряд давать, если прокают. Взрывные выстрелы. Потому что если 3 подряд даешь, там 0.5 не тикает, он обновляет. Хз. Че тут сопроты вымпить?
желательно. Да, лучше ебаните саппорты, блядь, это жестко будет. Есть саппорты, да, это все? Просто у нас хилящийся класс, это два хила и танк, блядь, остальные все не хилящиеся. Да. Ну, прожимки есть. Кидайте. Ну вот, например, чтобы выжить, маги могут нажать глыбу. У них какие спехи там? Да. Простые или какие? Простые, да, да. Вот, если простые, это две глыбы, значит, вы на первой взлетке, на второй глыбу, только под взлетки глыбу отдаете. Я могу глыбу вилки отдать, сам думаю, не серьезно. Вы возьмете? Да. Я взял, да, говорю, да. Кидайте арканавту. Вот друид не сдохнет, у него дубовая, он захватывает, да, себя. Потом протопалтанку дашь каплю на этого. До взлетки еще дашь на Эршаму, потому что у него прожимок на сейф никаких нету. Ну, вар там, в принципе, не сдохнет, он жирный. Либо, если есть... Так, танку же может масса крут дать, он же протик. Он же, да, с крутом да, он даст. Ты оставляй, короче, вторую массакру на вторую взлетку, я на первой дам. Там уже в КДшице. Да, СС надо будет на меня поищать. Она не доживет до второй. И СС по-любому, да, на друиде. Но если не доживет, то хорошо. Укусы, наверное, по-любому тут Киртл, Арканавт. Ну да, первым либо их укусит. Потом Ангратар и Гехант, либо Быстродвигался. Вот как-то так. Серафим, ты... Ну ладно. И этот танку, помнишь, просто бежишь со мной, автоатакой бьешь босса. Да, я это запомнил. Так, сейчас. Серафим, смотри, две способности. Роящиеся тени, если на тебе, ты вот так зигзагом вот здесь сбоку бегаешь, смотри, как я сейчас вот так. Просто разливаешь лужу, как на Джараксусе. И пакт, кровавый пакт будет. Между тобой и кем-то еще появится кровавая линия, которую вы должны соединиться, и все, и тогда она пропадет. Это все, что тебе надо. Да, да. Будет такая линия между тобой и каким-то игроком, ты должен с ним соединиться. Это все, что тебе надо. До этого просто бьешь. А потом, когда она взлетает, нажмешь у тебя, который безудержная эта херня какая-то на варе, которая фир снимает. Снимешь фир, сразу прожмешься, если есть, и держишь рейндж. Да, прожмешься, сразу хилку. Это когда на взлетке, она там несколько раз стрельнет, и все. Все, давайте. Тапки согрем, только не прожимай. Да, тапки не надо. Тапки нельзя прожимать под прожимку, вот когда на тебе роящиеся тени. 5, 4, 3, 2, 1. Блять. А что случилось? Че? Охуенно. Вот что-то выйдет? А, не получится. Давай это выйдем. А получится? Они огромные. Дай диван на кого-то. У меня СС есть, я здесь смогу ставить. Не на Кирусу диван, дай, чтобы он на... здесь не тратил. А, ну да, кстати, можно. Агро сорвал, получается. Так быстрее умрите, потому что он сквозь диван будет лутать урон сейчас. Я сдох. Но камень... Все-таки придется СС его. А я не понял, что за хуйня я, типа... Агро сорвали. Агро просто и все. Там агро сорвали и это. Ведь не успели уже влиться. А я на пулю хотел поставить минку. Пусть они сразу не бьют. Да кто-то, по-моему, сам раньше спулил, и я что-то заметил. Да, хан подошел. Я нажал на пол и просто вперед шел минку ставить. Я даже не ударял. У тебя пэт заагрил. Ты ну, когда ж к нему подходишь, она агрится. Самый быстрый вайп. Моментально. Да. Он сразу минус 2 сделал. И там Киртл начал уже раскручивать свои ДПС, блядь. Успел до шестерки разогнаться. Одну тычку дал и сдох. Одну тычку 32к дал? Глубокая заморозка, если критует, то она хорошо критует. Если хоть что, он сорвал еще. Рыба. Это кето получается. Поставил. Дикашник освободил. А чё? Поставьте шкаф. Мне долго ждать, поставьте шкаф. Двигался не в дискорд, не слышит. Я написал.
А, кстати, я тупой, я забыл саппорт выпить. Да. Ну все, вайп считай. Ну я-то не вайпнулся, это вас убило. Сразу. Я уже готов был жестко хилить, вы сдохли. И не захилил. А как ты вас ваншот, ваншотнул просто там двоих? Вот он ваншотнул. Крик на ап, да? На фу. Пристабав есть? Все есть же, да? Ну вроде, сейчас скажу, чего не хватает. Ну, скажи. Крик на ап. А тут не лучше на хп крик? Нет. Нет? У нас локовская есть, потому и что... Так-то можно и на хп, а то мне сдох. 4, 3, 2, 1. Ну крик на хп тогда. Зигзагом бегай, там много не надо делать. Что-то место писало. Акт. Двигалось быстро. Ну, он снимает, что делать ему. Меня укусишь, тогда я ближе к тебе стою, или как канавту укуси. Ну, вот это, конечно, зря, блядь. Больше что места, больше места занимаешь. Да? Ну, бля. 20-катки критично, здесь как-то побольше места, до 10 лет. Ребят, если сейчас будет огонь слева выносить, там где портал... Да, 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 да. Портал лоб нормально будет, там, не? Да, бля, я опять там, бля. Там типа в игру играют, закрасить больше территорию, или что? Да, да, да. Ну, блядь, отстаньте от меня. Сейчас, когда она в центр побежит, надо подальше от луши идти метров на 20. А слева станьте просто. Лужу загонит еще все. Тань, я смотрю, у тебя с маной все хорошо. Зайди мне. Нету времени. Что страх? Сейчас есть. Блять. Там под лужей, бля. Эко, ну дай руки, руки или массаку, дай. Это... Друг от друга встаньте подальше, ребят, ну вы же убили всех. Танку, пошли сюда. Есть БР? Дай БР. Иди, иди я сюда сейчас... ко мне, напрямую беги сюда. Да беги. В другой стороне танчик. Кусите меня на я. Ну или мне тебя укуситесь? Нет. А, двигался. Лёху кусь. Двигался, ты кусай Кирта, Лёху кусь. Ангратара. Найди Ангратара. Ангратар побежит. Нет, это Серафим побежал. Всё, Геру дайте и убивайте. Вы все укусили? Да, да, 4 укуса. Ой, нечаянно. И без маты, но... Мастер край, если что, могу сдать. Сейчас, сдавай, сдавай. Все сопли надо. Я без маны все. Ты там разве не восстанавливаешь маны? Я файри. Нахуя? Я решил до конца в нем пойти. Ну типа да. ДПС и так хватает, ну да, зачем быстрее закрывать босса? Куда ты побежал? Че, я хилю Вальку? Так, я сможет. Да, пускай хипал он хилит. Да, окей. Че ты сразу? Знаешь же, что ты хилишь, он? Ебать, я нахилил, охуеть. О, никогда не было, сука. 10 хп.
ДС, блядь. Нихуя себе. Скринь на память, детям своим покажешь. Это Xperl, причем, ребят. Каким Xperl, блядь, я буду? Он буду скачал, ты шо? Xperl уже древний век. Плечо выпало, ну такое себе. Кольцо там хорошее. Такое себе. Фигня. Хорошо. Ну, на мутика пойдет, там на ханта тоже пойдет. Мне как раз на ханта норм будет. И все этот ловкости побольше. Наверное, меткости некуда девать уже. Да, в ханте ее до хрена прям. Эрдру реально шел на вальке. Батя друг друга, я думаю. Ты пока в танке останешься, да, на трэш? Да. Там только... Блять, попил ману. Быстрее надо выиграть. Я не помню, кого тут держать надо. Вообще, держи, просто вальпирия это не спутит. Хотя, чтобы он вот так не стреляли. Пор, да, не стреляли. Да сюда вроде все смотрят. Они за спину шмаляют. Ну найди валькирию, там она одна осталась. Понюче бог. Мобы. Они сильнее, чем босс бьют. Знаешь почему? Потому что их много. Ну это... Масса дает. Есть ничего себе? Разрезка, да. Ну ладно. Там двигал стал. Видите, там смотри. Беги, беги, Серафим. Беги, беги. Баня, вставай. Ауру от льда поставьте. Он вообще нас слышит? Серафим должен слышать. Беги, беги. Ай. Ай, бля. Больно в ноге. Дерево рядом стоит, не хит. Без роги нереально. В смысле без роги? Так, как будто вообще нет лага. Ну конечно, бля. Знаешь, косой, блядь, ебашит свои. Да причем тут коса, она на РД бежит, блядь. Че стреляет, блядь, задом наперед. Там просто танка надо метки кидать. Все кажут своего убьют, конечно. Главное тут не тут заново трэш это чистить. До конца, через не может. А мы что, Синдру в прошлый раз в одного танка убивали, да? Не, два. Два, два. Можно в одного, если... Да, не, в два. Его по 9 стак вроде служил. А мы эту синдру будем дольше 9 стака бить. Ну. А по хилам у нас что было, 2 или 3? ДЦ два. И... Ну просто там... тогда через центр ставили уже. Подольше. Ну-ну. В этот раз то же самое или подарок как-то удобно? Да то же самое. Да по центру так же, да? Отойдите мельник в этом маршруте. Зеленку хоть уже есть. Видишь, хилище из всех классов никаких нет. Только два хила и считаю под фан. Очень сложно жить было. Надо точно поменять. Огурцы должны. Не, ну зарешают. Ой, бля. У нас же ретрик еще сидит. У Джага на жизнь есть, по сути. Джага это, конечно, хорошо. А я еще не буду. Это чем дольше? Не мана высохнет. Не высохнет она у тебя, даже если ты Джага будешь бить. Понятно. Давай тогда печать мудрости поставим. Ты, Миша, ты когда любой Джагой бьешь, ты 1000 маны соберешь. Ты, Миша, я... танки высохнет, или что? Да, в танк есть. В танк я быстрее высыпаю, чем в Red. В танк
танки нажимаешь, этот, как он, святая клятва. Да, я знаю, но не чувствуется вообще. У тебя же мана резко. Не чувствуется, мана, блядь. Не чувствуется. Когда тебя хилит, у тебя мана резко. Не чувствуется, блядь. Какая жила на самом деле чувствую. Огнезев, кстати, есть у кого-то с собой? У меня. У тебя много его? 39. Хотя бы 1000. Есть. Ты его постоянно юзаешь? Да нет, забывай. Он вместо этих идет? Вместо кого? Там кто-то раньше меня пришел на копье и так не нажал на него. Да, да я что-то нажал, он встал. Ну, бот есть починить? Есть, есть, поставь. Есть. Поставь сейчас. Да, не поставь. А, не прямо сейчас? После я этого... понял, почему я так дамажу мало. Поломанный. Копье-то никто не возьмет, что ли? Че этот пидор там стоит? Да. Так, а его мобы били, зачем ты его притянул? Его NPC били, бля. На. Сложно. Полежу. Все, кидайся. Он хоть меня не разбил. Кирпал разбила, что? Кирпал, у тебя женский персонаж? Да, пролиха же. Как у него, что, только сейчас узнал? Ну до этого он писал, тоже разбило. Странно, странно. Кто ты? Воин. Похилю, похилю еще. Давай, Кирус, если обгонишь меня здесь. Блин, меня... Ну я в ДД, наверное, спек. Че это, блять, было? Хуй у него! Какой пулемет какой-то. Хуй у меня! Я лицо меня бомб встречает. Да мне какой-то моб, блядь, спину просто расстрелял, блядь. Чем мне тут 2D спекнуть лучше? Да можешь хилен. А, хилен? На эти джипсы. Да зачем нам 3 кило? Не знаю. По приколу. Хотя не идёт. Ну, шаман с тэпалом могут летать, быстрее валька захилится. Друид, трейцовый. Так нет, там же одни сферы. Да, там одни общие сферы. Вместе летаете и вместе ловите стаки, вот и все. А, так можно? А, типа в одном фрейме имеешь в виду? Ну, не обязательно в одном фрейме, хотя бы в метрах 5 друг от друга. Один летит, и другой за ним. Пусть так и делают. Ну, а хотите я... попробовать сделать? А я тут похитил. Так и делают в 25-ке, выхода другого нет. Дайте фулл рыбов. Ну, Айкон, давай. Давай, Айкон. Ну, чтобы им проще было, можно на них метки поставить какие-то, чтобы они видели друг друга и порталы друг у друга не забрали. Окей. Ну и собираться вот здесь вот над возле головы валики, вот здесь первый портал. Вы просто договоритесь, что здесь собираетесь и все. А так они через один портал же не смогут зайти. Они в разные же зайдут. Они будут в разные заходить. Через один никто не сможет зайти. Все. Просто что когда они зайдут, будут взлетать и собираться возле головы. Ну и кто-то может, вот, допустим, крестик ведущий и звездочка за крестиком летит. Окей, типа они собираются, потом уже ходят, да? Да, ну там разберутся. Окей, ну. Давайте нам крик на ап и поехали. Главное, чтобы один не летел вперед, там, а второй за 20 метров отставал, то есть он не будет ловить. Нужно, чтобы хлопок происходил метров 5, то есть. 3, 2, 1. Мелики там подавители. Танк, который умеет летать. Так, это мой портал, уйди от меня. Найс договорился. Вот перед тобой есть. Короче, я за тобой буду лететь сейчас.
Короче, разберемся. Давайте я сконтролирую и сами полечу. Лёх, подавить или лови, вон пыш. Твой экон печет быстрее меня. А Валдыр идет к нам. Еще ближе к нам теперь. Не видите? Почему так много мобов у вас, блядь? Блядь, Валадырь! Валадырь! Он взорвется, блядь. Да у нас этих много, как его? Листок вот эти. Залетаем, Экон. Блядь, полетели. Ну тут ринжа нормально, можешь умтать туда сюда. В общем стаки ловить? Да. Отлично. Ну, постреляем. Подавитель. Ебать, Володыр прям укол меня, ну спасибо, ребята. А ты хилишь, что ли? Он сам типа туда идет. Ты сам ему оброс отдаешь, куда будешь, спасибо. Давай. Я умираю, в смысле? А ты где? А, все нормально, я как захилил. Умирает. Чего? А то Володыр можно давать, и мы вдвоем захилим ее. Ну давай. Помогаем захиливать. Че, хил? Только чем? Бинтами? У меня не прокачано на фу. Че хилил? Вопросы к ДКшникам. ДК не качают бинты. У них это, априори, блядь, на 350 я вам помог. Или на 250, не помню. Все, выпало. Блядь, ничего. Что там? Да тут запами вообще пахнет, не? Блин, а плащик, блядь.